В одном из далеких миров, где время и пространство подчиняются иным законам, а магия является неотъемлемой частью бытия, жили двое братьев – Тангун и Чунгу. Однажды к ним в руки попал волшебный кристалл, с помощью которого они смогли исполнить свои заветные желания. Артефакт позволял перемещаться сквозь пространство, благодаря чему братья собрали великую армию из множества миров. Пламенными речами вдохновлял Тангун войско, обещал славу и несметное богатство. Проницательности же и остроумию Чунгу не под силу были противиться даже самые стойкие умы. И люди следовали за братьями. Но время войн прошло, и великая армия была распущена. Тангун стал Тэваном, правителем нового государства, а Чунгу – его главным советником. С той поры прошли долгие годы процветания и благодати. Тангун встретил прекрасную волшебницу Вивиан, о чьей красоте было сложено множество песен. Они с первого взгляда полюбили друг друга, и вскоре в их новой семье появились на свет двое прекрасных детей. Но не ведали счастливые родители, что в сердце Чунгу с каждым днем разгоралась зависть и злоба. Чунгу вознамерился захватить власть не только над родным миром, но и за его пределами. Обратившись к темной магии, он создал во дворце тайник, где собрал легендарные артефакты и укрыл личную армию. Он выжидал момент, чтобы выпустить эту силу на свободу и обрести желанное могущество. И когда время пришло, Чунгу коварно расправился с Тэваном Тангуном и собирался покончить с его юными потомками. Но на пути у него появилась Вивия. Понимая, что ей не справиться с предателем, волшебница сотворила мощное заклятие, защитившее ее детей и запечатавшее тайник Чунгу. На это ушли ее последние силы. Итак, Чунгу обрел желанную власть, но разбить заклятие Вивиан ему было не под силу. Поэтому он объявил о трагической гибели всей императорской семьи от неведомой болезни, а одного из детей, юного Агму, представил чудесно спасшимся наследником. Чунгу решил вырастить Агму в неведении о своих истинных намерениях и стал готовить к тому, что в день совершеннолетия племянник откроет тайник и, наконец, сможет пробудить ото сна великую силу, вверив ее в руки Чунгу. В день совершеннолетия Агмы и начинается наша история.
рождения, племянник. Дядя, как я рад видеть тебя в этот замечательный день. Да, а мне отрадно видеть, что ты уже приветствуешь наших гостей. Дядя, ты видел, кто к нам приехал сегодня? Внести список жюри. Ребята, прошу тепло поприветствовать наша строгая, неподкупная и, главное, самая справедливая жюри фестиваля «Юки на Одере». Главный организатор Дубинского фестиваля «Атом Космос». Имея актерский стаж более 25 лет, в косплее в первую очередь ценят попадание в образ, отыгрыш и умение вести себя на сцене. Владимир Никифоров, или же просто Десис. Далее. Основатель и главный организатор московского фестиваля косплея Тагучи. Не забудьте к ним заглянуть. Караокер Ансети. На наш фестиваль приехала не одна, а вместе с ведущей Ван Ханой и ее помощницей Ри Мария Китаева. А наш следующий член жюри – это Такеш. Косплеер, крафт, косплей-фотограф, призер фестивалей и мероприятий, таких как Эпико, Ава Экспо, Доктор Эспо, конкурс косплея от Близзард, Санкт-Петербург и Гик-пикник. Координатор косплей-дефиле на различных фестивалях Юга России с 2000, ребята, 15-го года. Такеш, похлопайте, что вы, ребята. А наш четвертый член жюри, Патрисия. Участник, лауреат и дипломат конкурсов и фестивалей, как гиковских, так и музыкальных. Солистка Калужского дома музыки. Гости из Калуги есть? Вокалистка оркестра джазатов Гига Ампер. Педагог по вокалу. Королева андеграундных людей и так далее. И по совместительству создает камеры с оригинальными аранжировками на музыку из игр, аниме и сериалов на своем YouTube-канале Триша Патриша. Подписывайтесь обязательно. Патрисия! Ну и Марина Ли является одним из организаторов фестиваля Танака. Лидер московской танцевальной команды Soul Eater. Преподаватель и создатель курсов кей-поп в городе Подольск. Кей-поперы, похлопайте! Марина Ли! Погоди-ка, племянник, а ты не забыл поприветствовать наших специальных гостей? Как же без них? Итак, ребята, а теперь мы приветствуем специальных гостей фестиваля «Юкиноцикл». Вы отдельное спасибо от нас, от команды организаторов. Специальные гости фестиваля. Гостей читать не забудьте вот это вот чувство. Специальные гости фестиваля. Прекрасная Fire Star. Звездочка Китая. Залила первое место в космическом океане на Олимпийских зимних играх в Пекине. Fire знаменита своей безудержной любовью к культуре Китая. Занимается танцами, фаршивом, косплеем, монтажом и ретушью. Также является дизайнером одежды и свои костюмы шьет сама. Издательство «Бамбук» и «Камильфо». Милые девушки расскажут вам про свой опыт работы с книгами, осветят забавные особенности перевода с китайского языка, а также проведут презентацию новинок и сделают пару интересных анонсов. Не пропустите их лекцию на сцене после первого блока. Кому интересно, оставайтесь. А на Леандро во втором блоке уже вы можете пообщаться с переводчицей и задать свои вопросы. Эвелина Ульф, косплеер с 10-летним стажем. Одна из немногих мастеров по работе с латексом. Латекс очень
необычный материал. И одна из его особенностей – это возможность придать ему практически любую форму. От листов любой толщины и цвет до мелкого крафта. На фестивале выпуск рассказов вам о латексе подробнее в своем мастер-классе во время третьего блока в фойе второго этажа. Всем, кому интересно, обязательно посетите. Я обещаю, узнаете много нового и интересного. Всем еще раз громкие, теплые аплодисменты! Большое спасибо нашим членам жюри и специальным гостям. Давайте их еще раз поприветствуем громкими овациями. Ну что, племянник, как тебе? Слушайте, ну это просто шикарный праздник, такие гости. Но мне еще столько всего нужно сделать. Верно, верно. Не перетрудись. Ты ведь помнишь, сегодня тебе предстоит церемония открытия комнаты армии твоего отца. Я помню, дядя, не переживай, все будет в порядке. Эта церемония подтвердит то, что ты готов вступить на престол. Поэтому, пожалуйста, побереги себя. И не забудь. Тебя еще ждут гости. Спасибо, дядя. Извините, простите, прошу вступить, да? Там я надеюсь, что все пройдет как положено. Как я устал потакать этому дитя. Но ничего, скоро все изменится. Главное, чтобы никто ничего не испортил.